Лин, что случилось? Мне прислали кольцо. Какое кольцо? Ричарда. Я сейчас вышлю наряд. Нет, не надо, пожалуйста. Мои все спят, я не хочу их пугать. К тому же вряд ли тот, кто его оставил. Сейчас дожидается полиция, а снять отпечатки пальцев... Можно и завтра. Хорошо. Утром пришли оперов. Ты уснуть-то сможешь? Я постараюсь. Постарайся. А завтра утром в управлении. И ничего не бойся, слышали? Все будет хорошо. Спасибо, Владимир Николаевич. Почему вы меня не разбудили? Ну, ты просто так крепко спала. Вот. Я подумал, ты встала с будильником и решила на кухне доспать. Так, надо отвезти Антона в школу. Я отвечу с чего? Мам, ты чего? Ты же мне вчера обещала, что я даже на тренировку могу сам ездить. Оба эти правила временно отменяются. Почему? Так надо, я сама буду тебя отвозить в школу и забирать с тренировки. Я сейчас соберусь, оденусь, подожди меня. Давай. Я сейчас. Он уже взрослый парень. Что ты его как маленького будешь в школу водить? Марк, в городе орудует преступник. Ты же видел передачу. Что тебя так заволновало? Ничего, просто... Что тебя пугает? Ничего. Ты от меня что-то скрываешь? Я ничего тебе не скрываю. Просто это как-то... Нет! Это по работе, там ничего интересного. Мам, ты чего? Я скоро. Угу. Видеокамеры. У Алины Борисовны нет наружных видеокамер. Я просто психолог. Зачем они мне? Камеры соседних домов ничего подозрительного не зафиксировали. Да-да. Разрешите? Да, войдите. На кольце обнаружены следы кожного эпителия Елены Перегудовой. Спасибо. Свобода. Копировал Новинского. Он очень хочет вовлечь тебя в свою игру. Я считаю, Алине Борисовне нужно семье уехать из города. Опасность слишком велика. Тогда вам придется поехать следом за мной. Не понял.
Лен права, прятаться от него бессмысленно. Как скажете. Надо проверить всех родственников жертв Новинского. А что у нас с ближним кругом Елены Перегудовой? Оперативники всех отработали, ничего интересного. А в любом случае у него должен быть свой почерк. Все серийники индивидуальные, мне интересно просто копировать. Они должны приносить что-то свое. Позы какие-то специальные, театральные, что ли. Судя по местам преступлений, наш убийца – человек аккуратный. Он заранее планирует свои преступления, продумывает все детали. Он даже может на время затаиться, а потом снова начать убивать. У подобного рода преступников безупречная маска нормальности. Она помогает им легче вписываться в социум. Ну и как нам это поможет его поймать, если он ничем не отличается от обычного человека? Работайте в связке. Алина, я оформлю тебя как консультанта. Возражений нет? Слушаюсь. Я понимаю, в первую встречу у нас не очень заладилось. Вы обозвали меня нарциссом. Это было профессиональное определение, не более того. Я понимаю, что я от чего-то вам не нравлюсь, вы мне тоже не очень симпатичны. Но давайте оставаться в рамках профессиональной этики и просто вместе работать. Я думаю, это не очень сложно, правда? О, Алина! Какая встреча! Привет, дорогая. Ты как? Да, по-разному, думаю, вы уже слышали. Можете остаться на совещании. А если нужна будет моя помощь, я подключусь. Хорошо, я услышал. Ну ладно, увидимся. Давай хоть в следующий раз чаю попьем. Ну или там чуть покрепче. В следующий раз обязательно. И чаю. Договор. Пока. Она всегда была такая? Да, она нормальная, ее просто не сладко пришлось. Лариса Викторовна. Алиночка, добрый день. А вы дома? Я, да, дома. А что-то случилось? Мы можем где-нибудь встретиться и поговорить? Конечно, можно. Давай встретимся в нашем кафе. Мы давно там не были. Хорошо, я подъеду. Пока. Разобраться в отношениях. Я поэтому и позвонила. Сможете забрать Антона на неделю? Я постараюсь за это время все уладить. Я-то смогу. И с большим удовольствием. Но он не пойдет ко мне. В прошлый раз он на третий день сбежал. Знаете, с подростками непросто. Но вы не обижайтесь, он правда вас очень любит. Я знаю. Чтобы не больной притвориться. Будем врать? Да ты не будешь врать. Я совру. А ты мне пообещай, что ты разберешься в своих проблемах, и мой внук вернется в любящую семью. Пообещай. Я постараюсь. Алин, ты чего? А? Показалось, что увидела одного знакомого. Нет. Показалось. Пойдемте внутрь.
ты же Витя, я мама Антона Воронцова. Да, я узнал. А ты его не видел, не могу до него дозвониться. На последней перемене я уже не видел. Спасибо. Набранный вами номер недоступен. Да, мам. Слава богу, ты где был? Что с твоим телефоном? Блин, ночью забыл на зарядку поставить. Я же утром сказала, что заберу тебя. Почему ты ушел? Я забыл. Вернее, урок закончился, и я пошел. Автоматом, как обычно. Ну хорошо, урок отменили, ты освободился раньше. Можно же было предупредить. Можно было, но я забыл. Кстати, мам, у нас гости. Паш! Паш! Здравствуйте. Здрасте. Вот это Паша, а это моя мама. Алина. Очень приятно. Взаимно. Это мой друг, мы вместе ходим на тэквондо. Я позвал его поиграть с нами в приставку. Ты же не против? Нет, конечно. Паш, чаю хотите? Ой, с удовольствием. Проходите. Спасибо. Заранее меня предупреждать, ты даже забыл? Я беру телефон, ставлю его на зарядку. Вижу кучу пропущенных от бабушки. Алло, бабуль, ты меня искала? Ты мой хороший, спасибо, что позвонил. Давление поднялось, я даже скорую вызывала. Может, ты у нас пока поживешь? Ну, хочешь, я у тебя некоторое время поживу, пока легче не станет. А ты сможешь? Ну, конечно, сегодня приеду. Ой, спасибо тебе, Антошенька. До встречи. Всего, до встречи. Бабушка заболела. Вот я поживу пару дней у нее. Хорошо. Паш, у меня приболела бабушка. Зарубимся в следующий раз. Да, конечно. Рад был знакомству, я тогда пойду. А чай? Давайте в следующий раз. Ладно. Спасибо. До свидания. У Новинского было 6 жертв. Вот список всех их родственников. 79 человек. Отработать всю эту толпу, здесь работа на неделю. Кто поедет к бывшему коллеге? Ладно, я к Олегу съезжу. Слушай, а сколько лет твоему другу? Ему 17. Недавно исполнилось. Mm-hmm. Кстати, спасибо, что согласился поехать. Ну, это же бабушка. Ну, расскажи. Расскажи про своего нового друга. Ну, он любит компьютерные игры, музыку из них. Mm. Ну, мы с ним, короче, вообще на одной волне. Ясно. Родители кто? Где живет? Мама умерла, по-моему, а папа
Папа профессор какой-то. Где живет, не знаю, я у него не был. Все, папа, я знаю. А че это у нас настроение, а? Ну, клубнись, дядя Стати. Знаете, Яна, она страшной смертью умерла. Мне ее, конечно, очень жаль. Но женой она была. Славик, осторожней там! У вас трое? Да. Все ваши? Нет, старшая жена от первого брака, а двое моих. И вот еще думаем девочку дочерить. А то одни мальчишки, а Валюшке помощница нужна. А у вас свои дети-то есть? А мне... А, извините, я думал, вы пара. Не, мы не пара. Детей у нас нет. Я раньше тоже особо о детях не думал. Теперь вот наверстываю. Вы, кстати, что хотели? Мы проводим социальное исследование, как адапция адаптируется к жизни. А. Ладно, спасибо вам большое. Все, до свидания. До свидания. Значит, мы не пара? Конечно, не пара. Мы коллеги, профессионалы. Зачем нам служебный роман? Значит, сегодня начните дома, товарищ полковник. Лик, подожди. Лик! Лика! А чё вдруг вспомнили? Все у меня нормально. Второй раз женился, скоро сын родится. Жизнь-то продолжается. Я стараюсь забыть о том, что произошло. Кость! У нас гости. Да нет, Танюш, подошли дорогу спросить. А, ну смотри, долго не кури на морозе, а то замерзнешь. Да, сейчас. Но зачем ей говорить о том, что вы из полиции по поводу первой жены? Разнервничаться в ее положении, это вредно. Конечно, конечно. Олег был судмедэкспертом, работал с нами. Потом женился на нашей коллеге Насте. А, значит, все-таки служебный роман возможен? Ты до конца дослушай. Потом Настя, его жена, стала очередной жертвой Новинского. Что? Олежка, конечно, очень сильно переживал, хотел отомстить. Пытался убить следака, которого считал душителем. Ну, собственно, за это и сел. Жуткая история. Так он уже вышел? Олег до посадки очень сильно нас гнал. Считал, что из-за нашей плохой работы убийце удалось добраться до Насти. А, и поэтому Исоев не захотел к нему идти. Ну да. Привет. Здравствуйте. Что надо? Поговорить? На тему? По поводу убийства Насти. Не хочу. Что будете делать, товарищ подполковник? Здрасте. Уголовный розыск. О соседе своем расскажете? Об Олеге, что ли? Ага. А, так это жену его убили, а потом и его в тюрьму посадили. Да это мы знаем. Ну а чего? Вот он там. Кукушечку-то и словил. Странность в чем? Нигде не работает, ни с кем не общается. Глядит на всех, как волк. Пьет? Нет, нет. А вот, может быть, и пил бы лучше, а? А вот я-то думаю, что он-то
и есть маньяк. Да вы что? Да. Жену-то его убили. Он с ума сошел. Вот теперь и мстит девкам, что убили-то не их, а ее. А? Я смотрю, вы в вопросе-то разбираетесь. А то. Семья, встречайте, нас ждут великие дела. А где Антон? Я купил потрясающую настольную игру, говорят, подросткам очень нравится. Антон! Он у бабушки. Подожди, как у бабушки? Уже же поздно. Когда он вернется? Он останется там на неделю. Он согласился остаться у бабушки? Ты шутишь? Он думает, что она приболела. И? Просто мне нужно, чтобы он какое-то время пожил не дома. Она предложила такой вариант. Я понимаю, что нехорошо, но сработало. Почему тебе надо, чтобы он пожил не дома? Мне прислали кольцо с пальца убитой девушки. Что? Похожа на спокойного человека? Ты похожа на человека, которому плевать на свою семью! Я ни в чем не виновата. Этого бы ничего не произошло, если бы ты не заигрывала с этой темой постоянно. Почему ты думаешь, ты зацепила этого маньяка? Из-за своих красивых глаз? Или, может быть, потому что у тебя отец Новинский? Нет, моя милая, потому что ты по всему интернету болтала своим языком. Ты кричи на меня! А что мне остается делать? Что мне остается делать, если ты меня не слышишь? Я для тебя не существую! Почему ты не посоветовалась? Я не знала. Хорошо, но когда ты узнала, когда передача вышла, когда ты поняла, что ты натворила, почему ты не сказала? Мы бы просто собрались и уехали. Это бы не помогло. А сейчас в опасности вся наша семья. Мы для тебя ничего не значим. Нет, ты не прав. Антон для меня очень много значит. Значит, Антон для тебя значит, а я для тебя ничего не значу. А ты знаешь, когда это произошло? Когда это произошло, у меня даже мысль не возникла обратиться к тебе за помощью. Почему? Не чувствовала, что ты сможешь меня защитить. Нет никакой семьи. Марк, нас больше нет, остались только ссоры, обиды и выяснение отношений.
У меня все чисто. Все вдовцы успешно справились с душевными травмами. Вот-вот, некоторые даже кажутся очень даже счастливыми. Ох, привет. Сиди, сиди. А что это вы решили посетить нашу планерку? Митрофанов попросил присутствовать. Хочет, чтобы вы оценили наше психическое состояние? Ладно. В общем, мы отработали всех жертв Бориса Новинского. Никто из них не вызывает подозрений. У всех есть алиби. Единственное, с кем мне удалось поговорить, это с Олегом. Напрочь отказался общаться. Олег не убийца. Вообще, Олег себя ведет очень подозрительно. Переехал в бабкину квартиру на окраине. Ведет замкнутый образ жизни. А в полночь превращается в вурдалака. Скорее всего, Олег просто не смог смириться со смертью Насти. Но это не делает его преступником. Нужно как-то убедить его сотрудничать с нами, отработать его алиби по нашим двум эпизодам. Угу. Зря потратите время. Работаем. Алина Борисовна. Да? Если вы хотите, чтобы наше с вами профессиональное сотрудничество было продуктивным, я прошу вас заниматься своей работой. Я высказала мнение психолога. Вы спорите со мной в присутствии остальных сотрудников. Хорошо, этого больше не повторится. Слушаю вас. Шприц, ручку дайте. Одноразовая, многоразовая? Одноразовая. Есть российские, цена 1500. Есть австрийские, 1500. Есть немецкие, там чуть дороже. А чем отличается? Молодой человек, можно побыстрее? Куда вы спешите-то? Что значит куда? Мне нужно купить лекарство. Может, это для меня вопрос жизни. Или смерти. Российский. Вот 1500. Давайте. Пакет надо? Нет. Настя его полностью сломила. Я хотела с ним встретиться, но он отказался. Ребята говорят, что Олег совсем опустился и может быть опасен. Но я его знаю, он просто пока не нашел в себе силы жить дальше. Но это не преступление. Знаешь, я думаю, что твои бывшие сослуживцы не так уж и не правы. Он глубоко переживает смерть жены. Пьет. Алкоголь меняет сознание. И он погружается в какой-то новый воображаемый мир. Иллюзия становится реальностью. И его поведение целиком подчиняется этой новой выдуманной им реальности. И что это значит? Я думаю, что твой бывший коллега вообразил себя мстителем, на которого возложена какая-то важная миссия. Какая-то ерунда. Это не ерунда. Он очень опасен. Ненависть к твоему отцу он перенес на тебя, преследует тебя, шлет личные послания. Нет. Нет. Я знаю Олега, он на такое не способен. Да? А за что его посадили? За покушение на убийство. Но у Олега просто была вспышка гнева. Он не смог справиться со своими эмоциями. Он не убийца. Я не буду спорить с тобой. Вероятно, ты лучше меня понимаешь ситуацию. Ты же с ним знакома лично. А я все на всем теоретически рассуждаю. Да. Ладно, я к себе.
Сафронов. Следственный комитет. Подполковник Игорь Тарасов. Начальник отдела по расследованию особо важных дел. Новый роман? Был там до тебя такой. Как раз твою должность занимал. От которого его чуть не убили. И понес заслуженное наказание. Чего надо? Пришел поговорить. Говори. Чем занимаетесь? В следующий момент домой иду. А вообще, где сейчас работаете? Нигде. Это проблема? Нет, статью за тунеядство давно отменили. Ну вот. Но в городе орудует новый серийник. Я думаю, вы в курсе. Не там роешь, подполковник. И все же. Хотелось бы знать, где вы были? Дома, скорее всего. Веду уединенный образ жизни. Свидетели? Нет свидетелей. Обвинение предъявлять будешь? Я ж пришел просто поговорить. Вот повестку присылай. В комитете поговорим. Бабуль, я пришел. Мама не стала подниматься. Передала тебе привет. Ба. Бабуль. Ой, Антон, а мне доктор посоветовал вот гимнастику лечебную. Ты же говорила, что ты двигаться не можешь. А ты знаешь, после этих занятий я чувствую себя прекрасно, очень хорошо. Прям очень хорошо. Мама попросила, чтобы я у тебя пожил, да? С чего ты взял? Чего ты все придумываешь? Ты же знаешь, как твоя мама относится к обманам. Ну, что ты придумываешь? Я просто одинока. Раньше ты часто оставался у меня, а сейчас не хочешь. Большой стал. Я понимаю. Со старухой неинтересно. Давай так. Я с тобой побуду, но вечером поеду домой. Буду тебя почаще навещать. Договорились? А я тебе что-нибудь вкусненькое приготовлю. Договор. Договор. Мы же вчера все обсудили. Ну, я пытаюсь все исправить.
Привет. Как там Антон? В общем, он меня расколол. После ужина он собирается ехать домой. Значит, заговор раскрыт. Ладно, я приеду, заберу его. Как там Марк? Марк? Ну, не хочешь, не отвечай. В общем, мы тебя ждем. Давай. Привет. Привет. Как дела? Хорошо, спасибо. Ты как? Норм. Заходи на чаек. Мама, папа дома? Папе, возможно, сегодня придется задержаться на работе. Там какая-то важная сделка. Ты совсем не умеешь врать. Что случилось? Антон, мы с папой... Поругались. Ну, я же не слепой. Вижу, что между вами происходит. Я тебе обещаю, я постараюсь сделать так, чтобы это тебя никак не коснулось. Да я и не парюсь. Главное, чтобы ты не загонялась. А знаешь что? Завтра пятница. Я схожу на работу, а вечером можешь позвать своего друга в гости. Закажем пиццу. Клево. Привет. Привет. Как дела? Нормально. Ну, как у вас с Марком? Ничего. Мы решили расстаться. Мы? Может, все-таки ты решила? Я решила. Потому что это не брак. Почему это не брак? Отношения стали пусты.
исчезло доверие, а потом взаимопонимание. Раньше мы ссорились и бурно мирились, а теперь даже после примирения остаемся чужими людьми. Это естественно. С годами многое меняется, пылкость уходит. Да я понимаю. Но нам даже поговорить не о чем. В семьях так бывает. У меня, кстати, почти то же самое. Мы с Ольгой мало о чем говорим. Но... Ну, знаешь, так много лет вместе, что... По-моему, у нас нормальный брак. Это не брак, это... имитация. Я так не хочу. Изумруд весом в 1,5 килограмма нашли на Урале. Огромный драгоценный камень. Антон, мам, все один. Изумрудов. Такие находки совершаются раз в 10 лет. Что за страсть к перцу, а? Минералы уже подбирают свое уникальное имя. Паша пришел. Пойду открою. В этой неприглядной коробке мечта уральского геолога под особой охраной и с особым трепетом сегодня презентуют находку десятилетия. Смотрите, наверное, какие у него грани ровные, четкие, шестигранные, да? Вес минерала больше полутора. Налево, смотри. Сейчас. Вы, ну выезжай, давай. Подожди, я наехал на колодец. Все, поехали, давай вперед. Во, да, нам туда, поехали. Только осторожно, тут еле везде, братан. Погоди. Во, все, прямо, да. О, смотри, право озеро. А елку я смогу разбить? Малышева. Обычная смена накануне Нового года. Ничто не предвещало сюрпризов, как вдруг из стены забоя показалась торчащая друза. Увидели две большие грани. Сразу поняли, что большой изумруд, потому что как бы остальное он был связан с породой. Конечно, впечатление непередаваемое. Такое уникальное. Изучай. Это что? Мировое соглашение при разводе. И свобода нас встретит радостно у входа. Ну да, я выпил. А что мне делать, если меня моя жена выгнала из дома, а? Читай, там на странице 2 самое интересное. Давай позже поговорим, когда ты будешь в другом состоянии. Нет, сейчас. Сейчас открой страницу номер 2. Хорошо. Слух читай. Стороны договорились, что местом жительства ребенка Воронцова Антонова Ковича после расторжения брака будет место жительства его отца. А я не буду это подписывать. Ну, тогда мы будем судиться долго и упорно. Антон будет жить со мной. Это мой сын. Ты ему даже не биологическая мать. Замолчи, пока Антон не услышал. Замолчи и убирайся. Это мой дом! Хочешь, чтобы мы с Антоном ушли? Страница номер 2. Что там? Папа напился средь бела дня и на маму наезжает. Они часто ссорятся. 5 лет назад он ушел к какой-то тетке. Мама его простила. А он, видишь, опять. Ладно, извини, я не хочу больше играть. Да, я понимаю, Антох. Ладно, давай, пойдем, проводишь. Thank you.
плачешь? Ну, прекрати. Нашла из-за кого расстраиваться. Он же кретин и наговорил тебе всяких глупостей. Не говори так про папу, ладно? Я вообще не хочу о нем говорить. Так, все, бросай все, собирайся, мы идем в кино. Сегодня вечером клевый фильм Лауре показываю. Меня слышишь? А что? Я говорю, с клевой Чикой в кино хочу сходить, пойдешь? Толкали в ее же машину и везли в неизвестном направлении. Как увезли? Тарасову и Соеву я позвонил, они едут. План перехвата я уже объявил. Так, поехали, поехали скорее. Алло, пап, пожалуйста, подъезжай скорее. Что? Да погоди ты. Пап, маму украли. Не кричи. Что случилось? Пап, ее затолкали в машину и увезли. Пожалуйста, подъезжай скорее. Что? Пап, ее затолкали в машину и увезли. Подожди. Пап, давай скорее, пожалуйста. Все, слушай. Ты это... Ты успокойся, сынок, я сейчас скоро буду, обязательно, уже еду. Хорошо? Сынок, давай, держись. Что тебе надо? А?